Ну что, друзья, товарищи, наконец-то этот день настал. Пришло время воздрузить наш новый тотем на его законное место. Мы долго шли к этому. Целые 6 частей. И если вы все еще не смотрели их, то ссылочки вы найдете в описании. Там все по порядку. Все подготовительные работы, чтобы поставить тотем, уже совершены. И я бы хотел вам по порядку обо всем этом рассказать. Во-первых, мы выбурили отверстие в земле. Специально под это дело. Вы не ослышались, да. Именно выбурили. Вот таким вот прекраснейшим бензобуром. Как мы будем тащить? Да лучше вот так, да, наверное. Двумя. Это портативная буровая установка, которая используется для монтажа заборов и столбчатого фундамента. Другими словами, эта штука делает красивые ровные дырочки в земле. Как раз такая нам и нужна, чтобы засадить столб поглубже. Дожди только-только перестали лить, и выглянуло солнышко. Солнышко выглянуло, но лужи-то остались. А впереди еще будет задачка. Бля. И лужи — это еще мягко сказано. Кто же знал-то, блин, что тут вода? Блинский. Мог бы и догадаться, гений. Ты сходи? Не, левый, мокрый. Ну все, тогда нечего терять. Давай возвращаться и там как-нибудь перепрыгнем. Ну, вот где-нибудь вот там вон. Там. Форт Боярд, давай по пенькам. А тебе не тяжело? Одной рукой ты тащишь. Ёбаный рот! Слушай. Бля, мы скважину все пробурим. Давай без этого. А там, блядь, то же самое. Вот. Абсолютно. Блядь. Ну давай, короче, тогда малой кровью. А. У меня есть две пары резиновых сапог. Блядь. Я готов уже мочить, я уже мокрый. Да, блядь, ну один хуй лишний раз хлюпать. Ты сейчас вот стоишь чуть-чуть промок там, да? Я не чуть-чуть, я уже весь. А сейчас наступишь, у тебя вообще все будет слить. У меня вот так вот уже. Я могу вернуться до гаража и принести две пары сапог. Везде служу, вон даже до туда. Погодь, а если? Если мы вот так сделаем. Пришла в голову идейка сделать мини-переправу. Ну как минимум вот до туда надо. А если направо туда пройти? Ну вот до туда, до выступа, вот до той елки все смог. Не, без вариантов. Разлив слишком широкий. Неужели здесь нельзя никак пропрыгать? Ну нельзя тут пропрыгать, нельзя, нет вариантов. Ну нету вариантов больше. Ну нету. Да похуй уже. О, холодненькая. Заебись. Ладно, давай не будем мешкать. Пойдем сделаем свое дело. Узнаешь это место, Рамыч? То место, где мы отрезали свой первый тотем. Вот это она, да? Береза, но вот часть береза. Где? Да, вот та часть. Так, наверное, и вот эта часть. Спустя 3 года, да, это место. Вспомним, как это было. Благо, все наши точки располагаются не так далеко друг от друга. Глядишь, скоро экскурсии будем водить по всем знаковым местам. Вот он, собственно, наш пятачок. Важновато здесь еще. Так, он где-то стоять вот здесь вот будет. Тут комаров что-то много очень. И клещей. Поэтому, ребята, если гоняете в лес, то обязательно защищайтесь репеллентами. И осматривайтесь обязательно. В энцефалите и боррелиозе мало приятного. Тебе нужна помощь? Ну, держать будешь. Вот сюда, да? С мотобуром удобнее, конечно, работать в паре. Мощей тут предостаточно. Плюс почва влажная, глинистая. Поэтому спираль то и дело забивалась. Но это в любом случае намного удобнее, чем ковыряться с лопатами. Диаметр бура отлично подходит под наш тотем. Следовательно, сидеть будет плотненько. Вот, для наглядности.
Мы просто берем и вытаскиваем земляной столб. В несколько подходов получается хорошее и чистенькое углубление. Повторяюсь, лопатой так не сделаешь. Для справки. Отверстие под первый тотем было сделано абсолютно таким же способом. И все отлично стоит, надежно, не шатается. Надеюсь, и этот последует его примеру. Ну что, хватит, думаешь? А как иначе-то? По-моему, первый тотем на такую же глубину был утоплен. Да, больше никогда. И все, значит, хватит. Вытаскиваем его. Ну и дыра. Мы долго спорили по поводу высоты тотема. Рамычем он постоянно казался слишком маленьким. Плюс еще надо учитывать расстояние, на которое он погрузится в землю. И оно должно быть приличным. Иначе выдернуть его никаких проблем не составит. Такой расклад недопустим. Да и, собственно, нам вообще это не свойственно. Мы если делаем, то делаем капитально. Даже с небольшим перебором. Для нас важно, чтобы изделие простояло как можно дольше. Поэтому цементик обязательно. Обязательно зарешает. Для начала следует выложить небольшую цементную подушку, в которую воткнется тотем. Замерив глубину ямы и прикинув, насколько глубоко уйдет тотем, стало понятно, что его длины нам просто не хватит. Поэтому было принято решение нехитрым образом его удлинить. Помните, в гараже осталось аналогичное бревно? Ну вот, значит, оно и его поднож. Оно станет продолжением тотема. А крепить будем на рейки, которые сейчас выпиливаются из фанеры. Ты на сколько саморезов хочешь? Посмотрим. Решили в этот раз обойтись без клея. Он ли механический способ крепления? Как будто выебывается, да? Стянули все так капитально, что, мне кажется, скорее планета погибнет, чем развалится эта конструкция. По всей окружности было приделано 6 фанерных реек. Мощных. Заодно было все прокрашено той самой гаражной серой краской. После пару примерочных попыток ставим уже капитально. Навсегда, так сказать. И вот, казалось бы, нежданчик. Какого хуя у нас торчит почти 20 сантиметров подземного участка? Вроде же отмеряли. А дело вот в чем. Пока погружали, стесали стенки. Земля уплотнилась на дне, плюс цементная подложка. Вот тебе и получается, что не влезает. А вот не надо было все впритык делать, потому что... Не беда. Из этой ситуации мы вышли весьма изящно. Чтобы не оставлять тотем тупо торчащим из земли, нужно эту область как-нибудь интересненько обыграть. Заодно укрепив конструкцию у самого основания цементной массой. Что-то тут подпиливать и мудрить и изощряться уже поздно. Поэтому остается как-то замаскировать это место. И в этом нам помогут вот такие вот прекрасные камушки, за которыми мы заранее сгоняли в одно интересное местечко. Мы вчера под скотобойню плясали. Ты помнишь? Бля, не слушай, я был трезвый. Питерский памп какой-то. Оказалось, найти красивые ровные камни в наших краях – это целая задача. Пришлось недалеко отъехать, забраться в кое-какие дебри. Но координаты насыпи у нас были точные, поэтому мы знали, куда ехали. Очень разбито было. Это от канала, да, заливчик такой? Прикольно. А может, этого даже будет достаточно? Да, вполне. Кто там квакает? Ковра самая крупная. Вон они плавают и квакают. Как будто крякают.
Тут есть прыжненькие очень потяжки. Ну, можно что-нибудь выбрать, да, согласен. Да, можно повыбирать. Мне так дракон. О, здесь классный большой. Вон там вообще огромный есть. О, ящерка, смотрите. Красавчик. Блять, укатился, да, Ален? По-моему, да. Глаза разбегаются. Есть из чего выбрать. Казалось, что берем с запасом, но по итогу хватило прям тютелька в тютельку. Хорошенький. Алена, я думала, ты камень. Давай камень, я поймаю камень. Давай, я поймаю ручками. Оп. Оп, хороший. Хороший? Да, хороший. Сейчас будем отбирать. Да, пиздец. У нас пакет есть. Так. Давайте нам с Аленой. Ну, да. Зачем? Вот сейчас ты за одну ручку хватай, это кидай сюда. Изи вообще. Слушайте, а есть идея, что вообще интересное можно сделать из камней? Черканите в комментариях, что думаете по этому поводу. Если так подумать, материал-то прикольный. Выложим их по кругу, в пару слоев. Сначала крупные, а на них уже поменьше. Как цемент подсохнет, прихватится, и все это нагромождение превратится в единый монолит. Из таких объятий тотем уже точно никуда не денется. А еще мы сделали небольшую площадку, где по свежаку отпечатали импровизированную лапу медведя. Но впоследствии с ней кое-что произошло. На это можно посмотреть в бэкстейдже, который скоро будет доступен для спонсоров. Если тоже хотите приобщиться, то ссылочку я оставил в описании. А еще таким способом вы поддерживаете наш канал. Ну все, стоит. Надеюсь, что простоит еще очень долго. По крайней мере, мы сделали все для того, чтобы было именно так. В этом проекте участвовало много моих друзей, и я хотел бы поблагодарить их за помощь. С вами работать над этим тотемом было реально кайфово. Также хочу поблагодарить и всех вас, тех, кто следил за этой историей. Поддерживал нас лайками и комментариями. Мы все читали, дико приятно, что вам нравится. И в честь завершения этой эпопеи мы хотим провести конкурс с очень крутым призом. Азы. Резьбы? Азы резьбы. Давал уроки? Да. Блин, ну неплохо. Специально для вас Рамыч скрафтил маленький тотемчик. Вот на, да, подставочке. Вообще, это компиляция нашего первого и нынешнего тотема. Угу. Я уже набросал на него балдежный скин, но пока вам его не покажу. Доверьтесь мне, он реально крутой. Давайте так. Я собрал все части эпоса про новый тотем в одном посту. Вам остается только репостнуть его и подписаться на наши источники, разумеется, если вы этого еще не сделали. Я выложу видосик, как мы создаем этот мини-тотемчик, и в конце ролика мы его разыграем. Также все условия можете прочитать в описании. Этим репостом вы поможете распространить весть о нашей движухе среди своих друзей. А это просто незаменимый вклад в наше развитие. Участвуйте. А также подписывайтесь на Инстаграм и группу ВК. Что-то мне подсказывает, что тотемчик уйдет именно тебе. Давай, удачи.